пиджак а вот это будет ваша камера здравствуйте! Мы поговорим с вами сегодня об одной из самых сложных, одной из самых драматичных эпох в истории российского государства, о событиях, которые от современников получили емкое и, я бы сказал, очень точное название «смута» или «смутное время». Это термин, который порожден самой эпохой. Мы находим его практически в любом документе, который был создан в сами годы этих событий или в непосредственной близости от них вскоре после завершения этих событий. В последние годы события смутного времени историками все более и более четко определяются как первая в истории нашей страны гражданская война. Здесь нужно, безусловно, говорить о целом комплексе причин. Безусловно, здесь присутствовало и пресловутое противоборство между крестьянами и служилым сословием, дворянами, или, как их правильнее называть для этой эпохи, детьми боярскими. Идет постепенный процесс лишения крестьян свободы, идет процесс закрепощения. Мы должны, конечно, говорить о конфликте и внутри самого правящего сословия. И мы э, видим серьезное противостояние между провинциальными детьми боярскими, то есть провинциальным дворянством, и э, верхушкою, э, государевым двором. Кроме того, мы видим определенные противоречия между центром и провинциями. Московская Русь, московское государство, строило себя как государство, стремящееся к сверхцентрализации. Зачастую при этом провинции, уезды лишались самостоятельности. В эпоху смуты, о которой мы говорим сегодня, когда центр рухнул, когда центр лишился реальной возможности контролировать события на местах, регионы, окраины, провинции выходят на авансцену истории. И кто-то из них берет курс на отделение от московского государства, кто-то, напротив, принимает на себя ответственность за судьбу страны, как, скажем, это сделали в Нижнем Новгороде. Разумеется, мы должны отметить и экономические причины. Голод первых лет 17 века, 1601-1603 годов, конечно, был в чем-то и случайностью. Но он обнажил слабые стороны экономики Московского царства. Иногда в смуте предлагают видеть интригу соседей московского государства, и чаще всего э, эта роль отводится речи посполитой. Я э, не соглашусь э, с этой позицией, при том, что, безусловно, сопредельные державы, естественно, не могли удержаться от соблазна, э, воспользоваться бедственным положением соседнего государства. Но они э, не разжигали э, этот пожар, они лишь пользовались этими обстоятельствами. Ну и, разумеется, смута не приобрела бы своего неповторимого содержания, если бы не династический кризис, случившийся в Московском царстве в конце XVI века. В 1598 году, 6 января, скончался последний представитель московской ветви Рюриковичей на русском престоле, царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного. Он не оставил после себя э, потомства. В данной ситуации э, функции э, определения дальнейшего э, курса развития страны э, должен был взять на себя Земский собор. Земский собор э, был собран в Москве в 1598 году и э, единодушно, во всяком случае, так утверждают документы, э, царем провозгласили Боярина Бориса Федоровича Годунова. Борис Федорович Годунов был на престоле 7 лет, с 1598 по 1605 год. И его вступление на трон ознаменовалось своего рода переломом в политическом сознании русских людей того времени. Они никак не могли смириться с мыслью о том, что трон впервые оказался не у прямого наследника, а у человека, который был на престол избран. Борис Федорович Годунов достаточно быстро растерял свою первоначальную популярность. С определенного момента царь сделался без меры опальчив. Наиболее известные жертвы его подозрительности – боярская семья Романовых, которая в народе многими воспринималась уже тогда, как семья, которая имела больше оснований наследовать трон, нежели Борис Годунов. И, разумеется, сказался голод. Вот те самые пресловутые три голодных года 1601, 1602, 1603. Народ видел в происходящем Божье наказание. И, разумеется, искал ответа на вопрос, за что же Бог наказывает царство. Ответ для многих был просто очевиден. Бог наказывает царство за грехи царя. Первая и самая известная его вина – это, безусловно, убиение царевича Дмитрия. Царевич Дмитрий, младший и незаконно рожденный сын Ивана Грозного, погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе в 1591 году. Мы не можем окончательно ответить на вопрос, было ли это несчастным случаем и случайным самоубийством, или здесь имело место политическое убийство. В в такой атмосфере, разумеется, возникали различные фантазии и утопии о том, как славно было бы, чтобы, скажем, царевич Дмитрий, погибший в Угличе, на самом деле не погиб. Так неотъемлемой частью смутного времени начала XVII века стало самозванчество. первым и самым удачливым из всех самозванцев в истории нашего государства стал уже Дмитрий I. Большинство ученых сходятся в том, что это был беглый монах чудового монастыря Григорий Атрепьев. Григорий Атрепьев бежит из монастыря, бежит на территорию соседнего государства Речи Посполитой, сбрасывает с себя черническое платье и провозглашает себя не больше не меньше сыном царя Ивана Грозного. Ряд магнатов, как, скажем, князья Вишневецкие, как Юрий Мнишек встретили его как нечто долгожданное. Он вообще открывал перед ними довольно радужные перспективы, особенно с учетом того, что самозванец попросил руки дочери Юрия Мнишика Марины. Значительная и очень влиятельная часть польских правящих кругов была настроена против самозванца, потому что его поддержка сулила войну с московским государством. Польский король Сигизмунд III, с одной стороны, он официально и не признавал самозванца, с другой стороны, тайно принял его. И даже выделил из личных средств сумму в 40 тысяч злотых, разрешив ему вербовать наемников в пределах польско-литовского государства. Лже Дмитрий I, находясь в пределах Речи Посполитой, обещал крестить Русь в католическую веру, обещал жениться на дочери Юрия Мнишек Марине и отдать ей в вечное владение новгородские и псковские земли. Обещал э, Союз э, против Швеции и против Крымского ханства. Э, в конце 1604 года э, с небольшим войском э, самозванец пересекает э, границу Московского государства. Безусловно, в Москве знали о происходящем. Уже за пару месяцев до его вторжения начинаются сборы войска. Численность царского войска была, конечно, несравнимо больше, нежели армия самозванца. Но в этой войне победу одерживали симпатии населения. Борис Годунов многими воспринимался к этому моменту уже однозначно как узурпатор. Царевич Дмитрий, как называли самозванца, выглядел избавителем. Тем более, что вел себя уже Дмитрий I политически правильно и грамотно. Всех пленных воевод, которых доставляли ему из пограничных городов, он миловал. Первое сражение между войсками Годуновскими, которыми командовал Боярин Мстиславский и армией самозванца, закончилось победой Дмитрия. Однако через месяц, в январе 1605 года, у деревни Добрыничи. Уже Дмитрий терпит сокрушительное поражение. Подоспевшее подкрепление, которое привел боярин, князь Василий Шуйский, разгромили самозванца и едва не взяли его в плен. Казалось, смута должна закончиться, едва начавшись. Но не тут-то было. Уже Дмитрию удалось спастись с поля боя. Уже Дмитрий засел в хорошо укрепленном городе Путивле в то время как царские войска надолго увязли э, в осаде э, небольшой деревянной крепости Кромы. Одна из э, загадок э, истории смутного времени, почему э, воеводы вели себя столь пассивно. В разгар противостояния в апреле 1605 года Борис Годунов скоропостижно скончался. Народная молва тут же приписала э, ему э, последний страшный смертный грех самоубийство, что Борис Годунов, где страшась наказание от царевича, сам принял яд. Трон должен был перейти к единственному 16-летнему сыну Бориса Годунова, царевичу Федору Борисовичу. Фактически власть взяла в свои руки вдова Бориса Годунова, дочка знаменитого опричника Малюты Скуратова, царица Мария Григорьевна. Она решает заменить тех воевод, которые осаждают кромы, что и вызывает цепную реакцию местнических исков воевод друг против друга и выливается в бунт Годуновского войска под кромами. Уже в мае 1605 года армия, вместо того, чтобы целовать крест государю Федору Борисовичу Годунову, целует крест царевичу Дмитрию Ивановичу. Годуновы лишаются армии, и уже не встречая сопротивления, самозванец выступает к Москве. В Москве тем временем народная стихия расправляется с Годуновыми. Народ врывается в Кремль, Федор Борисович и мать его Мария Григорьевна удушены. Царевна Ксения Годунова оставлена в живых. В Москву въезжает уже Дмитрий. Народ ликует. Взошло солнышко православное. Вернулся царевич Дмитрий. Царствование уже Дмитрия I было недолгим. 11 месяцев продолжалось оно. Если оценивать деятельность лжи Дмитрия непредвзято, мы увидим, что в принципе он оказался, как это ни странно, неплохим государем, и во всяком случае в народе он был довольно популярен. Его недюжинный ум признавали даже его недоброжелатели, правда тут же уточняли, что не от Бога, но от дьявола была его мудрость. Лжи Дмитрий не оказался и марионеткой в руках польского короля. Те обещания, что были даны им в Речи Посполитой, выполнять он отнюдь не собирался. Единственное обещание, которое было им выполнено, он действительно женился на Марине Мнишек. Некоторые считают, что эта свадьба в конечном итоге его и погубила. Женившись на иноземке, он лишил себя возможности породниться с каким-нибудь из влиятельных боярских семейств и создать себе опору в России. А на эту свадьбу приехало огромное количество польских гостей, которые вели себя в Москве с точки зрения москвичей вызывающе. Этим и решил воспользоваться боярин князь Василий Иванович Шуйский. В ночь на 17 мая 1606 года заговорщики ударили в колокол. Москвичи Высыпали на улице, поскольку заподозрили пожар. Заговорщики крикнули, бейте поляков, поляки хотят убить государя нашего Дмитрия Ивановича. Москвичи бросились сводить счеты с надоевшими польскими гостями. Тем временем сами заговорщики ворвались в Кремль и расправились служить Дмитрием. Итак, уже Дмитрий был убит, на третий день после этого царем провозгласили Василия Шуйского. Его называли не избранным, а выкрикнутым, поскольку правильного земского собора никто не успел собрать. Ходили разговоры о том, что царевич, а теперь уже царь Дмитрий Иванович, спасся в очередной раз. И на южных рубежах страны начинается повстанческое движение под знаменем этого самого чудесно спасшегося государя. Бывший холоп Иван Исаевич Болотников, клятвенно заверявший, что видел царя спасшимся в Речи Посполитой. Бывший холоп с повстанческой армией дошел до самой Москвы, неоднократно разгромив царских воевод, и едва не замкнул вокруг Москвы кольцо осады. Василия Шуйского спас только раскол внутри повстанческого движения. Болотников продержался до поздней осени 1607 года, после чего капитулировал под обещание царя Василия Шуйского помиловать всех участников восстания, которые сложат оружие. к этому времени на западных рубежах Московского царства уже действовал же Дмитрий II. его происхождение э, остается загадкой. на первого самозванца он не походил даже внешне. но это было на этом этапе гражданской войны э, уже и э, не важно. Э, он был нужен лишь как знамя э, под которым соберутся недовольные Василием Шуйским. И уже летом 1608 года уже Дмитрий II стоял под Москвой в селе Тушино. В народе его моментально окрестили Тушинским вором. Сложилась парадоксальная ситуация. На расстоянии всего двух десятков верст друг от друга сидели два царя в Кремле Василий Шуйский с Боярской думой и приказами, и патриархом. В Тушино сидел царь Дмитрий Иванович со своей собственной, как ее потом будут называть, воровской думой, со своим собственным воровским патриархом, со своими собственными приказами. Из кровных городов уже Дмитрия II поддерживают Псков и Астрахань. В разгар борьбы с самозванцем Василий Шуйский обращается за помощью к шведскому королевству. Шведский король давно и настойчиво предлагает свою отнюдь не бескорыстную помощь в обмен на уступку пограничной крепости Карелы. Он обещает предоставить пятитысячное наемное войско, и в пределах Московского государства оказывается отряд наемников под командованием молодого шведского генерала Якова Понтуса де Лагарди. Его братом по оружию становится троюродный племянник Василия Шуйского, молодой боярин, молодой воеводы Михаил Васильевич Скопин Шуйский. Объединенное русско-шведское войско с боями продвигается со стороны Новгорода и Новгородской земли к Москве приходит очень вовремя и спасает осажденный неприятелем тушенцами Троицы Сергиев монастырь. Появление в окрестностях Москвы объединенной армии Скопина-Шуйского и Долгорди раскололо тушенский лагерь. С осени 1609 года в событиях смуты появляется еще одна действующая сила. В войну вступают войска Речи Посполитой, король Сигизмунд III. Тушинский лагерь распадается. Василий Шуйский делает ставку на разгром польской королевской армии. Но в июне 1610 года русское войско, возглавленное младшим братом царя, боярином князем Дмитрием Шуйским, терпит сокрушительное поражение у деревни Клушина. Весть о разгроме царской армии вызывает восстание в Москве. И 17 июля 1610 года Василий Шуйский был низложен и насильно пострижен в монахи. Власть в Москве берет в свои руки боярское правительство, седьмочисленные бояре или семибоярщина, которые оказываются в ситуации выбора из двух зол. Или э, присягнуть лже Дмитрию II, э, или же все-таки договориться о э, союзе с польским королем. Выбран второй вариант, э, и Семибоярщина заключает договор об избрании на русский престол польского королевича Владислава Сигизмундовича. Переговоры между московской делегацией и э, королем Сигизмундом III под стенами осажденного Смоленска заходят в тупик король отказывается гарантировать переход сына в православие, а потом и вовсе начинает намекать, что и сам не прочь принять русский царский венец. Тем временем в Москве уже стоял польский гарнизон. В Москву их пустили как союзников, но с осени 1610 года союзники превращаются в оккупантов. Они начинают вести себя в городе, как на покоренной территории. Тем временем на окраинах страны начинает формироваться ополчение. Это ополчение, первое народное ополчение, иногда называют Рязанским, возглавил ополчение рязанский дворянин Прокопий Липунов. К марту 1611 года ополчение подошло к Москве. В Москве вспыхнуло восстание. И это восстание едва не закончилось успехом, но кто-то из предателей предложил полякам верный вариант подавить восстание. Москва была сожжена. От Москвы осталось пепелище, польский гарнизон засел в Каменном Кремле и Китае и городе. К этому времени польские войска уже овладели Смоленском, шведы захватили Великий Новгород на северо-западных рубежах, крымские татары и нагайцы разоряли южные уезды страны и казалось, спасение уже не может прийти ниоткуда. В этот самый момент в конце 1611 года начинает формироваться второе ополчение. Инициатором его создания стал нижегородский земский староста Кузьма Минин. Военным предводителем ополчения был провозглашен э, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, имевший репутацию э, опытного воеводы и ни разу не замеченный в изменах. К августу 1612 года второе ополчение подошло к Москве и как раз вовремя. Э, Объединенными усилиями первое и второе ополчение сумели отбросить от стен Москвы подошедшую армию Яна Карля Хаткевича, который едва не деблокировал осажденный Кремль. Ополченцы э, совместными усилиями довели освобождение Москвы до конца. 26 октября 1612 года э, остатки польского гарнизона Кремля э, сложили оружие и сдались на милость победителя. Первоочередной задачей победившего ополчения стало избрание государя. Собор сумел начаться только в январе 1600. 13 -го года в феврале 1613 года участники собора провозгласили царем молодого 16-летнего представителя э, боярского рода романовых михаила федоровича смута конечно не кончилась э, 21 февраля 1613 года но безусловно в ней произошел перелом новый государь стал э, тем центром объединения вокруг которого готовы были собраться те, здоровые национальные силы, которые склонны были поставить точку в смуте. Основным результатом смуты стало все-таки спасение государства. Россия сумела отстоять свою национальную и религиозную самостоятельность с тем, чтобы продолжить свой исторический путь в иных обстоятельствах. Даже в самые тяжелые моменты смуты государственный аппарат, система приказов, в частности, продолжала функционировать в какой-то степени это было одной из тех основ, на которой и возрождалась рушащаяся держава. Смута начала 17 века – это один из самых глубочайших социальных конфликтов в истории страны. История должна нас, безусловно, чему-то учить. Мы должны делать какие-то выводы. Предки показали нам, блестяще на своем собственном примере, во что может вылиться внутреннее нестроение и внутреннее противостояние, и показали, какой дорогой ценой и с каким трудом потом приходится восстанавливать разрушенное и утраченное.